Ευγέννη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες και εσύ στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς αισθάνεσαι ως ο πρώτος Ουκρανός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην ομάδα μετά από 90 χρόνια ιστορίας. В первую очередь я очень рад, что здесь оказался, потому что я понимаю, в какую команду я попал. Это не простая команда, это большая команда с большой историей, традициями. И я надеюсь, что я со своей стороны все, что я смогу сделать для того, чтобы приносить пользу клубу, я постараюсь сделать. Ποια ήταν τα στοιχεία που σε έκαναν να επιλέξεις την πρόταση του ΠΑΟΚ και να βγεις για πρώτη φορά στην καριέρα σου εκτός Ουκρανίας? Ну, когда появилась заинтересованность во мне, когда клуб заинтересовался, мой отец, как бывший футболист, набрал своему другу Олегу Протасову, который здесь как бы много лет и играл, и тренировал, и знает все, как бы сказать. Τι ήταν αυτά που σου είπε και σε έκαναν να πάρεις την απόφαση και να αποδεχτείς την πρόταση της ομάδας? Ну, я говорю, он очень хорошо отозвался о клубе, сказал, что это большой клуб, с большими амбициями, что и он сказал, что главный акционер, как бы, у него есть амбиции, и вообще в целом у клуба есть амбиции и стремления для того, чтобы добиться успеха в греческом футболе и на европейской арене. И, конечно же, очень хорошо отзывался и говорил, что фанаты, ну, в хорошем плане очень, очень сильные и сумасшедшие, только в хорошем плане. Ο κύριος Μίχελ στην παρουσίαση του προπονητή για τη νέα σεζόν μίλησε για σένα λέγοντας ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι θα είσαι ένας από τους σημαντικούς παίχτες της ομάδας της σεζόν που θα ξεκινήσει. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό και τι περιμένεις από την πρώτη σου χρονιά εκτός Ουκρανίας? Я со своей стороны, конечно же, в первую очередь хочу оправдать то доверие, которое мне президент клуба и в общем клуб выразил. Я со своей стороны постараюсь приносить свои лучшие качества и отдавать себя на поле. Но я предпочитаю меньше говорить, а лучше доказывать своей игрой все на поле. Στο αγωνιστικό κομμάτι, είσαι ένας ποδοσφαιριστής που είσαι περισσότερο αμυντικό χαφ ή θεωρείς τον εαυτό σου περισσότερο επιτελικό χαφ ως οχτάρι στον αγωνιστικό χώρο? Ну, для меня лучше, я себя лучше чувствую на поле, когда я играю на позиции восьмерки, как бы я в то же время отрабатываю в обороне и в то же время могу приносить пользу и в атаке. Θεωρείς ότι επειδή είναι η πρώτη σου φορά που βγαίνεις εκτός Ουκρανίας, μπορεί να χρειαστείς κάποιο διάστημα προσαρμογής στα νέα δεδομένα και στο ελληνικό πρωτάθλημα? Ну, конечно, может понадобиться время какое-то, чтобы адаптироваться и понимать как бы структуру игры команды. Ну, для этого, я думаю, есть сборы, которые для этого и существуют, для того, чтобы осваиваться, и время есть для того, чтобы понимать игру команды. Πόσο σε βοηθά το γεγονός ότι θα βρεις στην ομάδα έναν συμπαίκτη σου από την Νύπρο, τον Λέο Μάτος? Ну, конечно, это плюс, я думаю, для меня и для него, то, что мы друг друга знаем и играли долго в одной команде, и мы будем друг другу помогать, и это только плюс. Και τέλος, ποιος είναι ο προσωπικός στόχος που θέτεις από την πρώτη σεζόν στην ομάδα και ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο? Ну, для меня задачи стоят приносить пользу команде как можно больше и постараться с командой добиться успеха, стать сильнее. И передаю огромный привет болельщикам. Я очень желаю побыстрее ощутить атмосферу на Тумбе и действительно понять то, о чем говорят все люди, какая здесь атмосфера. И я думаю, что они самые лучшие, и мы постараемся порадовать их своей игрой.